Привет, друзья, всем-всем доброго дня. У нас обычно как со светом беда, как со светом беда. Включи там свет. Давай, будешь себе делать творог? У нас это, коржики переносятся опять, потому что молока нет, кончилось. Выпили, вчера только купила. Вот вставай сюда. Давай, Кована, сделай себе творог, чтобы он у тебя меньше был. Кремушек. Сделаешь? А ты что не разговариваешь-то опять? Что с тобой? Да ничего. Да ничего? Нет, ты его встань на стул. Вовочка, встань. Знаю, что тебе удобнее было. Сегодня будем делать творожные коржики. Ну, не коржики, а, наверное, печенье даже. Так вот. Ну, нажимай, нажимай. Отпусти. Нажимай. Отпусти. Чтоб не разлеталось. Блин, прикольный крем, наверное, будет, да? Это Вова себе делает. Я бы тоже так поел сейчас. Только с творогом и с луком. Творог, лук и укроп. Соль. А лук-то зачем? Зеленый лук. Подожди, ой, отпусти, берем. Подними. Не по масти есть тебе. Что ж ты фраер сдал назад? Не по масти я тебе. Вкусно? Слушай, а красные, видите, что ты будешь? Они тебе не застегивались? Сейчас нормально прикинь. Давай, давай, не надо так крутить. Ах ты, фраер, сдай назад. Отпусти. Не давай. Давай. Блин. Давай. Что это? Все, короче. Хватит. Вечера будем ждать, да? Ты про что? Мам. Ну, блин, что-нибудь покушать. Кстати, достал курочку. Вечером плов. Баньку затопим. Мать приедет. Будем пельмешки стряпать. Короче, провожать меня будем. Да, конечно, да. Ой, вот что получилось. Такая творожная масса. Мне нравится такая. Не люблю, когда творог зеленый. Ты будешь есть или будешь со мной готовить? А ты кушать иногда? Нет, я забираю это твое. Так, что у нас? Позорница, как обычно, короче, не знает, что готовит. Читаю с интернета. Творог 300 грамм, масло сливочное 200 грамм. Вот 300 грамм творога, у меня уже все готово, я все взвесила, как порядочное. Масло растопила. Сливочное, простите мне за сопельки. Яйца 2 штуки, дай, дай. Мои, что ли? Да. Сахар стакан, вот. Мука пшеничная 3 стакана или меньше, в зависимости от влажности творога. Ванилька, розафилька и солька. Где она? Соль. Соль, где соль? Соль, соль. Где соль-то? Ой, ты сделала. Короче. Короче. Начинаем. Шаг первый. Мягкое масло растираем с миксером и с сахаром. Окей. Окей, Google. Вот масло вступило. Не до конца. Да, пергаментную бумагу купить. Начинаю что-нибудь стряпать, так вспоминаю о ней. Кстати, и этот. Так, сахар здесь сколько? Фольгу. Стакана полтора, наверное, да? Вот так. Достаточно. А
что, фольги нет, что ли? Все кончилось. Штаны подтяну, спали, похудела, видать. Вот этим же блендером. Написано миксером, но ввиду отсутствия его будем использовать подручные средства. Дальше добавляем творог и снова взбиваем. Мне нравится. И такой миксер не нужен. Может, поближе сделаешь, что-то варю. Творяю. Есть настроение, творю, нет, творяю. Вот она какая. Какая такая схема? Народная масса получилась. Добавляем творог. Кстати, у Олега QR-код появился. Да, я сегодня все сделал. Да? То есть сегодня он пришел, а сделали там когда в Екатеринбурге еще? Ну да. Так что он теперь человек белый, у него доступ во все заведения. Да. Я сейчас дома ни с кем не разговариваю. Но выделывается. Я думаю, побить его, что ли, удалить этот. Короче, я так думаю, надо здесь зону очертить и устроить им локдаун. Мы тебе устроим. На второй этаж их загнать. Локдаун. Так, добавляем творог, снова взбиваем. Если вам не нравятся крупинки творога в выпечке, то измельчите творог блендером. Или пропустите через мясорубку. Вон оно что. Добавляем яйца, соль, ванильный сахар. Ой, немного ли? С ванильку. Че, Вовчик, как? Нормально. Как дела? Нормально. Нормально, нереально. Ты это вычитала или реально сама делаешь? Ты что, не видишь, я читаю? А, нет, не вижу, реально. Я сама хочу делать. Не знаю, я всегда фантазирую. Все, добавили 2 яйца. Молодец. Никто в этом не сомневался. Я сейчас это забираю. Какая воздушная масса получается? Надо еще. Зачем мне еще? Не, чтобы она реально. Давай я сама буду готовить. Ну, можно? Давай. Поставь. Начинается. Так, 2 стакана муки смешиваем с разрыхлителем и добавляем. Замешиваем мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. А как мне его еще здесь? Руками надо будет смешивать. Ладно, да так. Так-то, если что, у меня формочки есть. Пофиг, если жидкая будет. Еще лучше даже, кстати. Да.
спать хочешь? Он засыпает? Ты спать, да, хочешь? Так он сегодня проснулся в 5 утра. Почему вообще? Вчера же во сколько? Во сколько он уснул? 8? 8, но. И в 5 утра проснулся, конечно. Надеюсь, в понедельник режим войдет в русло. Надо еще маленечко. Сейчас сколько время? Пока не спи. Сейчас будем стряпать с тобой. Ага. Ты спал раз от чего? От чего? Или засыпал от того, что... Ну, у меня нет телефона, у меня нет лекарств. Конечно, я тебе сколько раз говорила. Что телефон вообще не нужен. А, тебе, чтобы уснуть, нужен телефон, да? Это тебе не телефон нужен, это тебе, как мне, надо телевизор включить, чтобы на фоне он работал. И так хорошо засыпаешь. Все старики так засыпают. Я вроде такой. Неинтересно? Ты что, наелся, что ли? Так, ну а знаете, какое получилось? Рукам-то липнуть будет, а тут написано, которое не должно липнуть к рукам. Чего ты смотришь опять? Заглядывай, лишь бы мне замечание какое-то сделать. Подправить меня неумёхо. Рукожопа руками. Здрасте. Это типа кексика или что? Или тоненькие печенья? Кексики уже. Уже кексики? Да. Это тесто. Вкусненькое? Угу. Соль, сахар нормально? Ой, еще он вкуснее, прикинь, это чем другое. Вкуснее самого творога? Да. Офигеть, не стыдно. Ой, не творога этого. Это вот прошлого теста. Угу. Так, ну все, продолжаем. Короче, у нас должны были быть печеньки, получается кексики. Импровизация. Это называется не руки растут из одного места, это называется импровизация. Что-то я тоже есть хочу. Может, давай картошки поедим? Не, давай дождемся плова лучше. Так сколько его ждать-то? И потом на ночь обожрёмся, да? Блин, я тебе говорил, давай это сейчас днем приготовим плов, вечером пельмени. Ты мне это говорил 10 минут назад. Так, отойди. Ну ладно, потерпим. А вечером? Так что, их смазывать надо, нет? Так-то да. Здесь масло дохренище. Ну, так, нет, не надо, если там... А, вот у тебя что. А про это я забыла, прикинь. Что, не помнишь, как мы их в Галамарте покупали? Ну, я помню, но я забыл про них. А думаю, мы будем из этих, из других делать. Не из таких формочек, а из таких. Ну, это как там? Такие, из теста, вернее. А куда я опять ложку взяла? Ну-ка. Вот она. Это она. Ну что, Вовчик, ты мне поможешь? Это она, кстати, эта ложка. Давай.
Тем временем включу духовку. Что такое? Что происходит? Где? У тебя. У меня нормально. Сядь хоть что ли? Встал, стоит. Как я наблюдаю, я могу рядом стоять и смотреть. Таким укором еще. А что такого? Да мне не нравится, что ты стоишь у меня на спине. Нет, ну блин, какая разница, я могу потом это в телефоне видео посмотреть. Лучше вживую, наверное, звезду посмотреть. Звезду смотреть. Я уверен, всем было бы интересно рядом постоять просто. Вот и стою. Я себя неуверенно чувствую. Да? Да. Когда я рядом? Да. Ты меня подавляешь. Токсик. Серьезно? Шутка. А, да? Где правда? Где она? Вот иди в угол, встань и думай. Ладно, пойдем наверх. А ты баню-то приготовил, там все пойдет он наверх. Веники притащил, воду залил, или потом будешь бегать, как всегда? Потом все сделаю. Иди, маме помогай, тогда вверх пошел. Спать? Ага. Когда проснулся, если спать, да? Ну. Вообще, да? Спать раньше надо было, да? Да, конечно. У нас только Вова раньше всех встает, да? Ну, конечно, я не сплю. Ну. А ты был спал, да? Ты забыл, да? Спал, но... Я ты не спал. Конечно. Чё жопка? Иди ко мне. Я сговорю от того, что у меня телефона нет, а от этого я и не засыпаю. Да ладно, нет, не придумывай, ты уже такой хитрый. Ты мам. Да ладно. Мама. Так, все это делаем и выпекаем. Ну, естественно, да? Мам. Логическое завершение. Мамка. Да что, говори, что хватит мамкать-то уже. Чё? Что? Ну, за телефон. Я тебя услышала, зачем ты мне это говоришь 10 раз? Так ты мне не веришь. Я тебе верю, но я тебе говорю, нельзя так все равно. Почему? Потому что от телефона может быть голова. И вообще у тебя мозг должен отдыхать. Так, и что у меня остается? Куда мне девать остатки? В смысле отдыхать? В коромысле. Я не сплю. Вот ты что, давай это, что ты сейчас тут выясняешь? Как мне ее распределить? А если она еще подниматься будет? Вытекет, да, все. Ну. И будет пирог вытечено, да? Да. Зачем я солнце в Монако? Что-то в жар бросает меня на кухне. У меня вообще аллергия на кухню, если что. Да, как-то. У меня начинается учащенное сердцебиение, тахикардия, когда я готовлю. Нервоз. А? Чихать? Нет. А, и чихаю, кстати, тоже. Тоже. Кашлять? Кашлю, чихаю, сопли бегут. Ну ты все понял. Да, ну ты понял. Что, тебе оставить тесто чуть-чуть?
Давай. Ложечку. Вкусно. Вкусно, вкусно. О, а если тесто вкусно, значит и пироги вкусные. Конечно, вот. Все верно. Ну все, вот, какая красота. Какая красота. Классно, да? Какая красота. Какова красота. Какова красота. Она по-другому дойдет, не за нами. Нет, а мы сейчас ее поставим в духовку, она же поднимется и будет супер-мега круто. Ну, делайте так же, если хотите. Да, делайте, потому что повторяйте за нами. Ну, не надо. Много, да. Да. Так что минут через 20-30 подключимся. Подключимся. Кстати, Кристинка уже, знаете, что, дом свой сломала. Вон он ходит там грызет. Окно себе сделала. Иди покажи, она себе окна пробила. Такая дура. Ну, понятно, чтобы это вентиляция была в доме. Все верно, мы же это не предусмотрели. Кстати, мама, я из-за два картона их мог. И потом я из них делаю метра. Вот. Короче, у нее вот окно. Ну, это подглядывает за соседями. И вот это основное окно. Она даже через него заходит так, домой. Там это ключи от дома. Где? Ключи. Ага! Они там. Все, ключей нету. А вот, вот. У котенка ключи от дома. Под ковриком ключи у нее. Понятно? Спрятала, да? Да. Мам, смотри, какой еще коврик у ресторана. У котенка ресторан. Она вообще спит там. Не пофиг. В ресторане, да? Угу. Кстати, это еще ему... Кстати, она нос спрятала. Эй. Это замечательно. Здрасте. Вот так, да? Тетя Кристина, просыпайтесь. Баба Кристина. Баба Крис. Крис и Энджи. Мяу. Эй. Она носик прячет, смотри, реально будет холодно. Ну-ка, дай посмотрю. Офигеть. Минус 8, да нет, минус 6. Ну, а ну вот, да, в понедельник минус 15. О, во вторник уже минус 17. Эй, ты, синоптик. Точно, мам. Ведь? Мама, а это, а дождь когда будет? У Алисы спросить, да? Привет, Сири. Стой, не. Опа, сбросила. Говори, привет, Сири. Привет, Сири. Когда дождь в России? А ты чего не разговариваешь-то? А, это тихо, верно. Привет, Сири. А почему я тебя не слышу? Вы можете настроить множество вариантов слышимости. А вот, все нормально. Так это я поговорю. Ты пропала? Сири, ты пропала? Привет, Сири. Что? Ну давай, когда дождь? Я не думаю, что сейчас идет дождь. Угу. А скажи, Кристинка правильно предсказала нам погоду, что будет холодно? Все, она уже отключилась. Ну, короче, вот так вот. Ну ладно, подожди. Кристинка, когда дождь, да, в России? Угу. Весной. Ребята, если вы еще повторяете за нами, когда вы неправильно сделали, вот что получилось. Надо красивенькие делать. Они поднимутся и так и будут. Я думала, они поднимутся и разгладятся, так растекутся, а они, видишь, как поднялись, просто поднялись и все, да? Классно, ну, да? Ну так и делайте. Если вы это сделаете, пусть, да. Ну, если уже сделали, то сделали. Конечно, пусть. Да, Вовчик, ты прав.
прав. У всех по-разному, да? Да. Все люди разные. Дай. Мы это первый раз делаем, да? Конечно. О, они такие воздушненькие. О! Прямо ваши. Они горячие? Да. Ты? Ну, как будто еще не допеченные. Вкусные пахнут. Опять здесь заглядывать. Как Цербер ходит около своей кухни. Сейчас я уйду отсюда. На. Что, сыры, да? Маленько-то стоят. Не, прям в формате. Не там, не в духовке, а прям. Почему? Может, давай на 5 минут хоть не кацать? Мама, прикинь, котенок. Не, они воздушные, классные, да. Мама, прикинь, котенок. Мама, прикинь, котенок. Это я? Это мы с Вовкой, да, Вовка? Ага. Мама, прикинь, котенок там что-то лизнул. Лизнул? Дай 5, чувак. Шкаф, прикинь. Ой, синоптик проснулась. О, кстати, да. Баба Кристина проснулась, наконец-то. Че пришла? Поесть захотела? Зачем мне солнце? О, что опять все синее? Кто меня бил? Ударила. Вкусно, да? Ага. Вот. Даже вкусно пахнет. Конечно. Я такой в GTA играю, что так вкусно пахнет. Угу. Это меня вчера призвал. Конечно, домашняя выпечка не сравнится с магазинской, да, Вова? Угу. Вкусно, да, Вова? Ага. Какой вкусный глютен. Угу. Ага. Очень, да, Вова. Ну ладно, да. Буду загружать видео. Кексики удались. Сейчас еще минут 5-7 постоят. Допекутся. Очень воздушные, классные, здоровские. Кто, Вовка, молодец? Мы. Угу. А папа что молодец? Тоже молодец, что ли? Угу. А он-то что молодец? А тут он ничего не сделал. Просто спал, блин, работал. Вот именно, играл на верху. За, да. За то, что он Вову родил, да, Вова? Папа. Ты не девочка. А? Ты не девочка. Вот именно. Как ты мог его родить? У тебя в пузике был, что ли, Вова, да, Вова? Угу. Не был в пузике. У кого Вова был в пузике? Ну, папа же все равно пыхтел 3 минуты. А у тебя там котенок был? У тебя котенок там был, ты не помнишь? Котенок там был? Да. У Кристинки тоже этот антистресс. Антистресс, но у нее думаю, депрессняк. Дай тоже ей пощелкать, она не понимает, как ты это делаешь. Okay. Такая сейчас, смотрит. Сейчас ногтями такая чапки, да, папа? Дайте ей снять стресс. Ну ладно, ребят, все, мы с Вовчиком приготовили. Наша миссия выполнена. Сейчас будет готовить Олег. Просит освободить здесь помещение.